21 листопада в Україні відзначають День гідності і свободи. Свято приурочено початку двох революцій. Чи знають щось про цей день слов'янці і що думають про революцію гідності і Майдан, ми запитали у жителів міста. Ну, патріотизму, мабуть, отношенню к родині, к воїнам. К Майдану не нужно. Оно нічого не змінить. І следующий Майдан нічого не змінить. Пока не изменится государственность, структура государственной власти, это, по-моему, понимают даже обыкновенные люди. А они там притворяются, что им непонятно. Я считаю, что этого не нужно. Все должно быть эволюционным путем, а не насильственным. Ну, гідності, я вважаю, це такий день, це праздник для всіх, прежде всього, для наших жителів міста, прежде всього. Це люди повинні бути всі, сплоченные. Я считаю, Майдан, иногда он надо, и по некоторым случаям он просто и не нужен, Майдан. Потому что надо все вопросы решать другим способом. Я считаю, что должно быть это немножко иначе. Я могу не отвечать на этот вопрос. Я считаю, наверное, все-таки было нужно, потому что старую, грубо сказать, рыговскую власть нужно было убирать, потому что Янукович думал будет вечным, поэтому нужно было однозначно, просто что, результат, конечно, разочаровал большинство, я считаю, жителей Украины, то, что происходит. Все надеялись на действительно светлое будущее, что зайдем строевым шагом в Европу с ихними законами, с ихними ценностями, но, к сожалению, пока это не наблюдается. С этих всех событий начались перевороты, вот эти все война. Ну нафиг оно надо, все это. Если бы там вовремя как-то все утихомирили и все остальное, то, может быть, обошлось бы все.